Всем привет! Мой прогноз на матч Рома-Наполи. Здесь у меня сразу 4 ставки, из которых я вам рекомендую выбрать одну или несколько. Наполи находится в потрясающей форме, идет в главе турнирной таблицы. 7 матчей, 7 побед. В каждом матче Наполи забивает минимум 3 гола, а иногда бывает даже больше. Самая результативная команда серии А Наполи. Одержали победу в Риме уже на этом стадионе, на котором будут играть против Ромы. Над Лацио 4-1 они победили. Ну и в целом действительно очень верховая команда и очень здорово играет Наполи. Часто за ними наблюдаю, и их футбол мне нравится. Касаемо Ромы. Рома, в принципе, тоже очень хорошая команда. В прошлом туре победили Милан абсолютно по делу в гостях 2-0. Но на своем поле, кстати, проиграли в начале чемпионата Интеру 1-3. Так что здесь я считаю, что все-таки Наполи является правильным фаворитом по коэффициентам. Также я считаю, что матч будет достаточно верховым. И касаемо вот N2N, матч между Ромой и Наполи, личные встречи, последних двух матчей проходила ставка, например, обе забьют, плюс тотал больше 2,5. И последний матч в Риме Наполи победил 2-1. Сейчас же Наполи даже находится в лучшей форме, чем это было в том сезоне. Поэтому первая ставка, которую я вам рекомендую, обе забьют, плюс тотал больше 2,5 за 1,70. Либо же, как альтернативу, взять индивидуальный тотал Наполи больше 1,5 за 1,82. Даже коэффициент выше, то есть Наполи нужно будет забить 2 и более мячей в этом матче, учитывая, что они забивали в каждом из 7 матчей предыдущих больше 3 мячей. Я считаю, что это вполне вероятно. Также ставка фора 2-0 на Наполи 1,78. И с более высоким коэффициентом ставка обе команды забьют, плюс то, что Наполи не проиграет в этой игре, коэффициент 2 ровно. В общем, что я вам рекомендую? Либо же взять 2 ставки из первых 3, то есть фору 2-0 за 1,78, и или обе забьют, плюс тотал больше 2,5 за 1,70, или тотал Наполи больше 1,5 за 1,82, какую-то из этих двух. То есть вот эти две ставки, фора 0 и какую-то из этих двух. Либо же взять одну ставку из этих 4, это, конечно же, обе забьют, плюс 2х за 2 ровно, потому что здесь есть и голы обе забьют, и то, что Наполи должен не проиграть. И коэффициент тоже хороший. В общем, выбирайте сами, какой выбор сделал я. Узнайте в моем паблике ВКонтакте, подписывайтесь на него, ссылка будет в описании. Также сможете там забрать дополнительные прогнозы, которые не появляются тут. Ну и, конечно же, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому видео и переходите к просмотру следующего видео.